10 июля на предприятии Daugavpils Satiksme состоялось подписание договора с Национальной контрактной корпорацией. Зарегистрированная в России компания победила в конкурсе на поставку трамваев. Никто из других претендентов на выполнение заказа городского предприятия общественного транспорта итоги закупки не обжаловал. Вагоны будут изготовлены на Усть-Катавском вагоностроительном заводе. Согласно договору, 12 новых трамваев, 8 четырехосных и 4 шестиосных, должны прибыть в Даугавпилс в течение 8 месяцев со дня подписания контракта. Первые 8 трамваев будут поставлены осенью, в сентябре-октябре, остальные – до конца текущего года. Представитель российской компании назвал сотрудничество с латвийскими партнерами почетным, а требования к выполнению заказа – специфическими. Именно этим он объяснил необходимость поэтапного осуществления поставок. Это требование чисто технического плана по окраске, по компоновке внутренней и так далее. Эти требования необходимо выполнить, и для того, чтобы в дальнейшем не было проблем с эксплуатацией этих вагонов, нужно соответствующее оборудование, которое тоже имеет сроки поставки определенные. При этом поставщик заверил, что все условия договора, а также требования к качеству и срокам поставок будут неукоснительно соблюдаться. Член правления предприятия Эвальд Мекш со своей стороны подчеркнул, что 12 новых трамваев не решат транспортные проблемы предприятия. Состояние подвижного состава оценивается как крайне плачевное. Задачи по обеспечению качества и доступности услуг общественного транспорта, приобретение дополнительного и улучшение инфраструктуры за счет привлечения средств еврофондов прописаны в концепции развития Daugavpils Satiksme на 2014-2016 годы. 10 июля на заседании городской думы депутаты утвердили документ. Ну, 10 трамваев, да, нам нужно дополнительно, и в принципе рассчитываем на приобретение за этот период около 13 автобусов, или бывших в употреблении, или новых. Это все будет зависеть от нашего финансового состояния предприятия. Также думаем о продлении маршрута номер 2 до Нового Форштата и направить его в сторону стации, то есть новый маршрут, стация Йонфорштат. Открытие нового трамвайного маршрута отвечает пожеланиям горожан. Концепция предусматривает также развитие туристического направления в деятельности предприятия. Утилизация старых трамваев позволит заметно активизировать эту работу. Все трамваи не будут, скажем, порезаны изданным металлом. Мы оставим. И единственное, конечно, эти трамваи будем использовать с целью привлечения туристов в город, с целью того, чтобы организовать какие-то поездки, и можно было проводить экскурсии для жителей города, для гостей города. Новые трамваи приобретены за сумму 6 496 000 евро. Около 80% стоимости оплачивает Европейский фонд регионального развития.